В последнее время в республике участились случаи гибели детей при пожарах. В Главном управлении МЧС России по Дагестану по этой теме было проведено совещание. Сотрудники чрезвычайного ведомства обсудили вопросы предупреждения гибели несовершеннолетних на пожарах, а также защиты от огня многодетных семей и семей, находящихся на социально опасном положении. Начальник МЧС по Дагестану Нариман Казимагомедов напомнил присутствующим недавние трагические события, когда при пожаре в Махачкале погибло 5 человек, четверо из которых – дети. В связи с этим он указал на необходимость усиления профилактических мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних детей. Сегодня мы постарались собрать вот в этом зале вот именно тех министерств, которые не касаются данного вопроса, хотя это касается всех нас, всей республики, всего населения. Нам необходимо, коллеги, пересмотреть всю нормативно-правовую базу в данной сфере с учетом рекомендаций МЧС России, разработанной на основе опыта реализации социальных инициатив отдельных субъектов Российской Федерации. Это Башкирстан, Красноярский край, Пермский край, Белгородский, Воронежский. На совещании также было отмечено, что МЧС по Дагестану совместно с различными ведомствами ведет профилактическую работу с населением. Кроме того, только за текущий год в республике установлено 250 автономных пожарных извещателей в домах и квартирах семей с детьми из социально незащищенных слоев населения.